Три десятка гастарбайтеров-нелегалов почти полгода изготавливали на подпольном предприятии подделки всемирно известных брендовых спортивных товаров. Контрафактная продукция ежедневно сотнями единиц реализовывалась на рынках Одессы и области. Нелегальное предприятие по пошиву контрафактной верхней одежды разоблачили сотрудники Овидиопольского районного отдела милиции. Цех обосновался в поселке Авангард Овидиопольского района на территории складских помещений, которые сдавались в аренду. Наладил этот бизнес без оформления соответствующих разрешительных документов 33-летний уроженец одной из азиатских стран, который арендовал складские помещения. Они служили рабочим нелегалам как местом для работы, так и для проживания. На момент обыска в цехе работали 29 человек, все выходцы из стран Юго-Восточной Азии, нелегально проживающие на территории Украины. Они шили теплые женские куртки с логотипом известных торговых марок Adidas и Nike. Для обеспечения деятельности на подпольном предприятии было установлено 36 швейных машинок и использовались около 300 лекал и 1500 заготовок для последующего изготовления товара. В ходе обыска в цехе сотрудники милиции обнаружили более 500 готовых к реализации балоневых курток, 112 рулонов различного цвета ткани, 115 рулонов синтепона и более 1200 бобин с разноцветными нитками. В ходе санкционированного обыска сотрудника Овидиопольского районного отдела милиции был выявлен цех по изготовлению контрафактной продукции известных спортивных брендов. В настоящее время проводится изъятие изготовленной продукции и оборудования, на котором оно производилось, а также принимается решение о внесении ведомства в единый государственный реестр досудебных расследований по статье 229 Уголовного кодекса Украины. Ответственность за данный вид преступления предусматривает уплату штрафа в размере от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с конфискацией соответствующей продукции, а также оборудования и материалов, которые предназначены для ее изготовления. Правоохранителями принимаются меры по выдворению нелегалов с территории Украины на их родину.